Заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года. Соответственно, студенты, которые уже обучаются по такой форме, должны будут доучиваться. Говорится в сообщении Министерства образования и науки. В университете имени Жубанова добавили, что теперь заочную форму обучения заменит дистанционная. Так будет даже удобнее тем, кому сложно вырываться с работы на сессию два раза в год по полтора месяца. Экзамены по дистанционной системе можно будет сдавать онлайн. Дистанционные образовательные технологии используются на 33 специальностях заочной формы обучения. Там обучается 182 студента. В этом году мы планируем усилить прием по дистанционной форме обучения, так как с 2019 года не будет приниматься, не будет вести прием на заочные и вечерние формы обучения. Также будет исключен срок освоения образовательных программ высшего образования. Вузы страны самостоятельно смогут заниматься разработкой и внедрением собственных программ, учитывая результаты обучения, которые позволят завершить обучение по программе бакалавриата раньше положенного сейчас срока. Исключена норма, которая ранее регулировала стоимость обучения. Как говорят в правительстве, эти изменения направлены на расширение доступа казахстанцев к получению качественного высшего образования. В университете имени Жубанова отмечает, что в связи с этим плата за обучение не только не поднимется, но, возможно, и снизится. К очередной реформе казахстанской системы образования остается много вопросов, главный из которых такой: как это скажется на качестве знаний? Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт».